И сегодня же на заседании Президиума правительства региона губернатор Александр Ус высказался по поводу необоснованно завышенных зарплат некоторых игроков футбольного «Енисея». Их гонорары, которые, по словам министра спорта Павла Ростовцева, составляют от 800 тысяч до 1 400 тысяч рублей в месяц, возмутили главу региона. Конечно, такие заработные платы футболистам без соответствующего результата, ну, это нонсенс, это совершенно очевидно. Почему мы не можем пригласить врача, о чем я неоднократно говорил, звезду, что называется, по контракту на работу здесь, для того, чтобы он подтянул в том числе и своих коллег, привнес какие-то новые подходы. А вот футболисту мы спокойно такие деньги платим. Я этого, честно говоря, не понимаю.